Смотри, второй! А ну, стоять! Точно! За лодкой гад идет! Вали его! Считаем до пяти! Раз! Вон он, чужак это! Ребята! Нашего убили! Я прижал его! На тебе! Гад идет. Вали его! Считаем до пяти! Вон он, гад, в проходе! Прижал! Вот, заботься!
Здесь! Осталось!
Осталось его только найти. Ну-ка. Huh?
чёрствую лучше. Нам их потом неделю гонять.
Дверь постучаться. Языка нету. Забыл, как учитель говорил. Вежливость. Вот что отличает нас от бандитов и других животных. Погоди. Ты же не из наших. Бандит, что ли? Вроде не похож. Хотя кто у вас бандитов разберет? Сегодня одни, завтра другие. Я правильно говорю, Сеня? Ты, адмирал, всегда правильно говоришь. Отставить! Вы мне так все залижете! Тут все свои!
Так, о чем это я? Ах, да, бандит. Ну, раз ты тут, значит, всем этим слабакам, пионерам и недопиратам крышка. Я прав? Молчи и не отвечай, так все понятно. Ну, туда им и дорога, ссыкунам. Адмирал, а может, к столу его пригласить? Гость же, хоть и бандит. А что, дело? Садись, бандит, чаю выпьем. Такого чаю ты еще не пробовал. Сам собирал, сам сушил, сам заваривал. От этих-то помощи никакой. Ну, хоть едят немного. Да, парни? Да. Стараемся, адмирал. Все-все, устроили балаган. Орете, как водяные в полнолуние. Совсем гости не уважаете. Слово сказать не даете. Не обращай внимания. Ну, за встречу. Хороший чай. А ссыкуны сухопутные не пьют. Радиация, радиация. Какая радиация? Ты на нас радиация посмотри. Опасна. Здоровее не бывает. А ты молодец, что зашел. Видишь, ребята, как приободрились. Нам ведь тут и поговорить не с кем. Удрали, забывать нас стали. Даже Ромыч и тот про нас забыл. А мы ведь вместе наш штаб пиратский тут строили. Вон, ребята, не дадут соврать. А? Да, все вместе делали. Помню, вместе. Все помнят. Вот. Все помнят. А он, гад, забыл. И остальные ссыкуны сухопутные тоже забыли, кто тут за них насмерть стоит. Сначала-то как радовались. Кричали: «Всех бандитов поубиваем! Пионеры ссыкуны! Учитель не прав! Не защищаться надо, а нападать!» Кричали, а? Еще как! Как резанные кричали! Громче тех бандитов, что мы тогда постреляли. Видишь как? Мои парни помнят. А те забыли. Ну, как кричать до пионеров с ссыкунами называть, они, конечно, молодцы. Да. А вот как тут жарко стало. Да водяные сотнями полезли. Сразу другую песню запели. Ой, радиация! Ой, опасно! Ой, учитель с девчонками передал, чтобы уходили. Понятно, с водяными воевать — это не бандитов по столбам развешивать. Бандитов и пограбить можно, а с водяных чего взять? А что они всю долину сожрут, если мы не защитим, так кому какое дело? Крысы они, крысы, вот они кто. Крысы. Крысы. Раньше надо было учителя слушать. Хотя им, крысам, все равно кого слушать. Хоть учителя, хоть девчонок. Главное, трусость свою оправдать. Вот так и удрали все, ссыкуны. Даже пионеры и те храбрее были. Людка их на плотину повела. Через тоннели собирались за водохранилище выбраться. Романтики, чтоб их. Не знаю, выбрались куда или нет. Но точно радиации не боялись, не то что те ссыкуны. Но сейчас-то у них из храбрых одна Олька осталась. Она
к нам частенько заходила. Да и на совете с сыкунам этим разгон давала. Да ладно, к нам! Это к тебе она заходила! Ага, сейчас, ко мне! Хотя, если б не ранение, я б солькой всю долину перевернул. А теперь, зачем я ей нужен в коляске? Ну и черт с ней! Бабу на корабле к беде! Мы же с тобой остались! Да, парни мои остались. Хотя, понятно, пришлось уговаривать. Чего глаза потупили? Стыдно? Хотели же смыться, бросить старого друга. Хотели, а? Ты чего, адмирал? Мы же за тебя горой. Да, да, горой. Вот этому вот расскажите. Вон как уши развесил. А мне не надо! Я вас насквозь вижу! Если б я вам тогда чаю тройную дозу не заварил, тоже свалили бы, как пить дать. Э, Лёпа, аккуратней с гитарой. Есть быть аккуратней. Ну что за руки-крюки? Аккуратней, это же инструмент. Так точно, инструмент. Да что с тобой такое сегодня? Вот как отправлю сейчас палубу драить. Прости, адмирал. Прости, прости. Ладно, прощаю. Ты бы сыграл что-то, а? То роняешь гитару, роняешь. Давай нашу, любимую. Есть нашу Чёрт любимую, Чёрт адмирал! Сей. Кругом одни крысы сухопутные! Крысы! Да, я вот подумал, а не закурить ли нам? Считаю, закурить. Ух, хорошо! Крепкий какой! Универсальная штука этот чай. И заварить, и закурить. От жара, от пожара, от домашнего расстройства. Аромат, конечно, на любителя. Но мне нравится. А ребята мои уже привыкли, не жалуются. Не то, что раньше. Да. Чай хороший, только в сон от него клонит, да. Ты, бандит, вот чего. Оставайся. С нами весело. И поговорим по душам, и выпьем, и закусим. Банку тебе выделим. А я отдохну пока. Вздремну немного, чуть-чуть, совсем. Красота! Красота! Thank you.
ищут лекарства для Ани. Катя нашла название. Но это же был новый препарат, да еще и мой. Ты такого не найдешь. Да и все разграблено 20 лет назад. Вот так вот. Сэм, вернулись? Ну как, опять пусто? Только вот это. А это что? Обезболивающие. Тоже нужно. Thank you.
Артём? Жив, чертяка! Как же я рад тебя видеть! А я с нашими связался наконец-то. Волнуются. И я их понимаю. В общем, Тёма, тут все не так просто оказывается. Давай сюда, покажу. Пошли, Артём. Слышишь, счетчик как трещит? Заплати на черти сколько тонн отравленного ила. И очень скоро этой долине крышка. Плотина еле держится. Глянь свой бинокль, если мне не веришь. Нельзя нам здесь оставаться. Никому нельзя. Ладно, канатку видишь? Детишки эти построили, пока дрянь это не так просачивалась. Нам туда. Старик говорит, Аврора скоро будет на дамбе, так что берем ноги в руки. Я чё так гоню? Кажется, на Авроре не все в порядке. Похоже, у Ани дела плохи. И скоро мы узнаем, насколько. Двигаем, Артём. Ух, грязюки сколько! Эх, чувак, ты бы знал, какую я тут фемину встретил!